городе Видное завершается благоустройство Дедылдинского лесопарка. Работы проходят в рамках областной программы «Парки в лесу». Со стороны улицы Ольховая появится детская и спортивная площадки, помещение с комнатой матери и ребенка. А вот место для прогулок с домашними животными уже готово. Около проспекта Ленинского комсомола доделывают павильоны с кафе и прокатом, а также входную группу. Все материалы, все мафы, все тренажеры, все закуплены. Все другие объекты, такие как вот комната матери ребенка, туалетные комнаты, они тоже закуплены. Здесь сегодня, как говорится, все только расставляй, подключай и делай. Несмотря на то, что еще идет строительство, жители могут гулять по парку и следить за ходом работ. Директор видновских парков Моисей Шамаилов убедительно просит беречь уже готовые сооружения, так как объект еще не сдан. Горожане могут высказывать свои пожелания не только по благоустройству, но и по новому названию парка. В народе мы всегда знали, что этот лес называется Дедылдинский. Краеведы на эту тему целые, как говорится, сообщения подготовили. И действительно, здесь были поля колхоза Владимира Ильича и Дедылдинский лес. Сейчас идут дебаты по названию, есть предложения, и скоро мы их озвучим. Жители довольны, что территория лесопарка уже в скором времени будет отвечать всем современным стандартам зон отдыха. Встречаюсь с избирателями, очень много людей, которые довольны тем, какие работы проделаны. Есть же выходные и вечерами. Много очень мам с колясками ходят, с детьми отдыхают. Велосипедистов очень много катается. Все работы по реконструкции лесопарка Дедылдина завершат 15 ноября. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.